У нас фильм номер 6. Чем мы ему сделаем? Наверное. Что у нас тут, да? Вот уберем, посмотрим, что у нас тут будет. Подготовим под мотор, может. Ходовку пока трогать смысла нету. Бобину можно открутить. Что тут еще? Фильтра вот эти. А давай снимем тормозной цилиндр, будем ставить его потом, после того, как, наверное... Когда мотор постоян? Давай снимем тормозной цилиндр. И все. Да что и все, что вы там снимаете? Вы там у него там это как вот, 4 болта, что там снимать его. Ну давай вот тут освободим вот это место. Печку можно вытащить. Печку можно вытащить. В салоне поработать немножко. Ну да, поехали, крутим. Вышел, да? Вроде, да. Беда. А ты е? Куда в салон сгрузить? Или куда надо будет херачить? Туда, да. Вот такие какие-то макаром есть. Не будем пока. Пока держишь. Коробку ставить давай на мотор. Может, коробку не надо. Просто мотор попробовать. Мотор примерять нам нужно. Вот эти лапки, которые там на двигателе. Сами лапки другие нужны? Да. Их варить надо? Ну они да, как-то делать их на заказ, то варить. Кто делал, где? Ну там где-то я скидывал, по-моему, как чувак тоже меня. А мотор сразу с коробкой ставим, да? Да. Ну то есть коробку надо прикручивать. Сцепление менять. Вот этот вот может не поместиться. А, корректора. А ну я же тут уже с ней. Все, хороший инструмент. Такой, весел. Дырка прям там. Жесток. Но все равно через сюда пустится. Да. Этот каркас. Слышите? А. У нас же двигатель на колесиках. Да. Мы цепь его и... Давай попробуем. То есть я его так вот, короче, режу вот так вот. Да. И вот здесь вот так же. А там посмотрим, как будет.
Отрезали лишнее. Блин, этот тросик надо снять. Я думаю, то так же можно. А нам не нужно. Ну, а теперь заходи хоть в 12. Куда? 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 То есть не работает. Что, не получается? Да, мы вырезали. Сейчас получится. Здорово, что ж ты хочешь? Сюда в 12 тысяч засовывают. А это будет всего около 8. Да, ну, ну, если вот так сделать, конечно. Давай разобрем. Смотри, прикол. Здесь масляный канал идут через крепление лапки. То есть его, по идее, либо такое же покупать, это которое, ну, только другое. Короче, чтобы его оставить, я думаю, нужно все-таки, ну, как в некоторых было местах, отдельными крепления впаривать, да? Ну, да. Жесть. Да нормально все, что ты жесть. Сы. Да, делайте, чтобы двигатель вперед вас не убежал. Ждем ваших советов, как вставить этот двигатель вот в эту Е30-ю. И сильных переделок кузова. Что-то я сейчас посмотрю, что это со скреплением. Он новое. Ну, смотри. Вот тут, вот тут где-то видно, может. Ну, вот здесь вот. Я тебе верю. Как мы его впихивать будем все-таки? Оттуда все убирать, рейку надо все убирать, короче, и пробовать туда. Если так, то пойди, вот смотри, он здесь ходит, рычаг только мешает. Да? Вот так вот, если посмотреть, блин, ну, только сверху. А может рычаг не будет мешать, может только этот сам может долг мешать будет. Знаешь, что можно сделать? Сейчас взять вот эту рейку снять, угу. Да, сейчас прям. Ну. Обрезать вот этот вот сам подрамник. И попробовать засунуть. И попробовать засунуть. Хорошо, давай. Да. Чей туфля? Твоя. Блин. Нормально, место освободили сейчас. Рейку на место вставляем? Ты как это? Как наша Раша в Тагил, знаешь, это вот, Тагил, не знаю? Ну и когда он сам себя подходит, снимает такой синий, короче. Ну, да, наша Раша не смотрел? Ну я смотрел, но я не все выпуски смотрел. Там это, Светлаков, короче, они типа два дебила в Турции постоянно отдыхают. Я не увлекаюсь такими проектами. Оба на Грузия.
Вот так вот, да? Все, ластизирующие. Низковатый. Да. Чуть повыше бы его, да? Я это пониже. Но все равно мы не тратим тебя. Так, вот так вот, ребят. У нас здесь мешают, у нас рычаги получаются. Вот видите, вот и вот это вот. Кузов вот этот. Там, тут, тут, тут. Деньги вообще пипец. Уехал, блин, все выходные. Да, капитально упирается, да? Да хер его знает еще пока. Еще пока не знаешь, да? Там же изгиб есть, понимаешь? Там он может рычаг обойти и дальше вниз пойти. Это совсем будет мало места для выхлопа. Ничего. А? Главное поместится. Так рычаг будет гореть, этот как его, сальный блок. А там его не будет. А, ну здесь да, будет. И потом, по идее, не будет его. Ну потом-то, да. Если рычаги поменяем, там не будет его. Блин, как было запихнуто. Задача. Во что он упирается? Как вы что? Вот глушитель, смотри, вот глушитель упирается, видишь? Давай попробуем. Еще чуть-чуть подвинув. Еще ручник. У него еще перетерть какая-то, знаешь? А выше поднимем, потом поднимем. Либо вырезать пол, либо убирать рычаги. Вырезать пол. Легче. Да. То есть панели разбирать. Да, полностью панель убрать, вырезать, сделать вход для этого, для мотора, для коробки. Нужно коробку тоже в два раза больше. Смотри, там коробка какая. Для коробки места, по-моему, достаточно. Лонжерон вот здесь вот отрежем, да? Чтобы у нас генератор помещался, да? Правильно? Да, выкрою с генератором вот здесь. То есть отрежем нафиг вот так, вот нафиг вот здесь вот, вот по этому как. Нет, туда нельзя обрезать. Почему? Тебе мотор некто, если мотор ставить, этот мотор нужно наварить, отдельные крепления для него. Ну сюда все равно, смотрите, тебе надо отрезать, ты сюда не приваришься нормально. Ну тебе да, нужно там, будет там от этого уже идти. Новый наварить. Правильно? Новый, да. Нужен квадрат какой-нибудь купить, швеллер такой, да? Угу. И от него вот внутрь засунуть получается. Ну, варить, да? Здесь вот гнилое. Вот так вот отрезать получается, угу. Крепление где-то здесь, правильно будет? Вот эти, вот, вот они ушки, правильно? Угу. Вот, вот оно крепление. Ну, сюда засовывать такой же толщины швеллер железный. Угу. Вот так вот до сюда, вот насколько он нужно нам, да? И делать это крепление с подушками. Когда мы вот это отрежем, получается, и пол отрежем, мы можем его засунуть просто. Угу. И тогда уже можем мерить, где нам что нужно. Ну да. Тогда уже отмечать там, не знаю, уже свободно можем туда-сюда двигать. Можно мы уже сразу с коробкой его запихнуть туда, на место. Да, да. Коробку прикрутить. Угу. Вот. И когда уже коробка будет прикручена, уже отмечать, где нужно крепление нам нужно на этот. И все. То есть наше дальнейшее действие. Вырезаем лонжерон, разбираем панель. И вырезаем пол. Вырезаем пол. Короче, вырезаем все железные детали, которые нам мешают. Да. Вот. Потом с коробку ставим на двигатель, запихиваем коробку с двигателем, прикручиваем коробку, потому что там, по идее, крепление должно подходить. Да.
Вот. И тогда мы знать будем, где у нас двигатель будет стоять. Да. И тогда уже просто навариваешь, крепление подсоединяешь и все. Провода цик-цик. Быстро у него все было.